Ледяной дождь, прошедший в начале недели в Москве, буквально взорвал Рунет. Соответствующий хэштег объединил более 100 тысяч постов в социальных сетях. Многие столкнулись с тем, что их автомобили из-за погодных капризов покрылись ледяной глазурью. В комментариях автомобилисты отмечают, что сколоть толстую корку со стекол было не так-то и просто. Впрочем, некоторые прибегали к более радикальным методам, чтобы снять зрелищное видео для собственной странички. Вся улица каток, а мы немного Плющенко. Такие мы подобными комментариями. Сотни пользователей отреагировали на скользкие тротуары в российской столице. Некоторые предусмотрительно надели на обувь специальные насадки с шипами. Те, кто этого не сделал, были вынуждены передвигаться по асфальту черепашьими шагами. Самые невезучие теперь выкладывают на своих страничках фото ушибленных конечностей. А очень и очень отчаянные не упустили случая рискнуть и прокатиться по свежему льду на велосипеде. Нашлись и те, кто, рискуя поскользнуться, делал в тот день художественные фото с замерзшими веточками, травинками, информационными табличками. Своими постами уличные фотографы пытались поднять настроение раздосадованным непогодой москвичам, а еще собрать под своими снимками сотни лайков.